Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием LEGO Marvel Super Heroes. Я знаю, почему ты здесь. Как нам помешать твоему боссу сделать землю своим обедом? Моя доска. Зачем это Думу? Локи, с помощью космической силы. У нас почти нет шансов спасти Землю, даже с вашей помощью. Наша лучшая надежда — остановить Дума до того, как он осуществит свой план. Я вызываю помощь извне. Лаборатория выглядит великолепно. Это агент Хилл из Щита. Директор Фьюри срочно нуждается в вашей помощи. Агент Колсон уже едет за Магнето. Мы сейчас приедем. Мама, можно мне взять кролика? Что? Где я нахожусь? Я принесу метлу. Можно мне еще метлу и немного сыра, пожалуйста? Фантастическая четверка, вы нам нужны прямо сейчас, на Хеликарриере. Я не могу объяснить ситуацию по вашей связи, но это нехорошо. Пожалуйста, приезжайте как можно скорее. Так, Хеликарриер мне надо использовать. Ух ты, это что? Это что-то вроде гаража или что это такое? Это что-то вроде гаража. Могу персонажей менять, могу. Ну-ка, подождите. Да, я могу разных персонажей менять. А у Циклопа, походу, две вариации есть. И у Джин Грей две вариации есть. Так, вот. Так. Ничего себе. У Железного Человека очень много вариаций различных. У Халка одна вариация, у Человека-паука две вариации, наверное, там типа Черный Человек-паук. Веном, который. Так, ну ладно, мне сейчас нужно взять Хеликарриер. А, просто отправиться, я понял. Почему бы вам не показать свой фокус с исчезновением? Чего? Мне точно сюда надо? Может, мне все-таки вниз надо спуститься? Ой. Да, мне, наверное, туда надо. Да-да-да, мне на базу надо спуститься. Вы здесь, я веду вас в курс дела. Мы собрали все наши данные от каждого агента Щ.И.Т. и мстителя по всему миру. И нам удалось установить, что Доктор Дум определенно замышляет что-то плохое. Я знаю, что это не так уж и много, но это начало, верно? Мы сталкиваемся с планетарной катастрофой, которую вскоре может спровоцировать Доктор Дум. Его нужно остановить. Мое время близко. Скоро все на Земле склонятся перед Думом. Да, Земля такая важная часть моей мести.
Спасибо, но мы сделаем все возможное, чтобы отомстить здесь. И смотри, у Локи и его приятелей есть большое и плохое мегаоружие. Вы простаки, даже не представляете, какая опасность находится прямо перед вами. Я создал этот луч судьбы, чтобы защитить планету от разрушений, а также уничтожить всякое сопротивление моему великодушному правлению. Защитить Землю? От чего? Я задержу их, а ты закончи мое оружие. Отличное предложение. Дураки, это место принадлежит мне. Эй, паучья ловкость к вашим услугам. Ты не сможешь победить меня в одиночку. Кто сказал, что он один? Это... Не время для трёпки, у меня много работы. Как вы думаете, Доктор Дум и Локи из тех парней, которые разделяют власть? Не в малейшей степени, но это может сыграть нам на руку. Так, сразу... Сразу бежим, ищем, с чем можно взаимодействовать. Так, пока мы тянем, мы неуязвимы. Так что нам нечего бояться этого приспешника Доктора Дума. Ага, наверх как-то можно забраться. Так, подождите, а у нас получается здесь шестеро? Походу, у нас реально шестеро здесь. Нет, четверо. Капитан Америка, так, два, три, четыре. Четыре, нет, четверо. Так, ясно. Так, что-то там открылось. И что это такое? Не спускайте глаз, мы должны найти способ добраться до дома и Локи. Так, я знаю, то, что это ты должна активировать. Магниты. Кажется, все на магнитах бегает. Так, это твоя работа. Давай выдерни эту дверь. Сейчас посмотрим, что там имеется. Так, там Капитан Америка нужен. Так, переключаемся сразу, наверное, на Человека-паука. Скорее всего, вот там Человек-паук нужен будет в будущем. Хотя нет. Надо еще вот с этой штуковиной. С этой штуковиной нам поможет, наверное, опять Кэп разобраться. Капитан Америка. Сейчас мы, походу... Или нет? Хотя я так и думал, что Человек-паук должен... О! Кто бы ни спроектировал это место, он не думал о безопасности. Капитан Америка, твоя очередь. Хотя ты, в принципе, на предыдущем этапе был. Так, туда, да, надо стрелять. Так, пошли-ка сюда. Так, теперь гроза. Меня кто-то связал. О, меня Человек-паук связал. По своим, блин, паутиной стреляет. Это лифт.
Блин, а я думал, это дверь сначала, поначалу. Потом смотрю, когда наверх пока камера перенеслась, я думаю, ничего себе, какая огромная дверь. Так. Вытягиваем дверь. Так, тут, в принципе, что-то можно было собрать. Или нет? Ну ладно, это не обязательно. Мы уже дверь открыли. Вперед. Ого, я знаю, что был в космосе раньше. Этот вид. Ой. Ого, действительно. А, я забраться не могу наверх. Скольжу, потому что... А, я знаю. Подожди-ка. А, так это эскалатор. Так. Не стреляй в Человека-паука, дурацкую турель ты. Блин, все-таки гроза реально здесь нужна. Что это только что сейчас было? Так. Spidey sense. Something close by. Так. Предупреждение. Смежно-соединительный мост небезопасен. Продолжение не рекомендуется. Они всегда так говорят. Выдираем сразу же дверь, как только видим. Так. Тут у нас какой-то рычаг. Все, он фиксируется. Отлично. Только огненные, а у нас нет огненных. А, тут Спайдермен. Spider sense is tingling. Не понял. Так, сейчас дверь, наверное, крутиться будет. Нет. Я вижу. Две ручки, за которые мне надо будет ухватиться и выдернуть кусок двери. Так. Предупреждение. Механизм двери активирован. Продолжение все еще не рекомендуется. Теперь, когда мне сказали не открывать его, мне еще больше хочется этого сделать.
Держитесь, ребята, держитесь вместе. Я думаю, Дверь не шутила. Может быть, мы должны были подумать об этом? Напомни мне в следующий раз не ездить по живописному маршруту. Конец линии, железноголовый. Жалкие черви, преклонитесь пред вашим спасителем Земли, доктором Думом. Инцидент с танкером был просто неудачей. Теперь ты меня не остановишь. Давайте, наконец, уладим это. Теперь... Стража, избавьтесь от этих супер-неудачников. Теперь в качестве босса у нас доктор Дум. Мы так, походу, по очереди будем со всеми злодеями сражаться. Вот и все, герои. Я ваша гибель. Так, с ним не так уж и, наверное, легко будет драться. Не, что-то не получается с ним драться. Для того, чтобы этот переключатель сработал, нужно какое-то оружие или острые предметы. Маску надо снять. Почему я не могу по нему удар нанести? Может быть, кто-то другой должен нанести удар по нему? Последний. Да! Человек-паук должен был удар нанести по нему. Теперь вы почувствуете мою настоящую силу. Нет. Так, капитан... А чё ты, капитан Америка, там прячется? Блин, куда вообще стрелять-то? В саму пушку прям? Так, не получается. Может, куда-то другое место? Нет. А куда мне стрелять? Может, того... А, вот куда надо было стрелять, или нет? Колотить! Да, ну и долгая же драка у нас будет. Так, ладно.
Ладно, уходим. Ты думаешь, что сможешь победить? Прикончите их, мои думботы. Думбокс. Подъем, подъем, подъем. Вырубай его. Вот же я пришел. Он почему-то сам его бить не хотел. Так, теперь Человек-паук. Так, дальше у нас Капитан Америка. Ну что ж, теперь-то я знаю, куда надо стрелять. Не понял, кто это меня столкнул с места. Как это произошло? Никто не победит дома. А, вот же дом. Так, удар по нему нанесли. Теперь будем драться с Громилой. Что-то взял, лег сам, потом поднялся. Давайте посмотрим, как эти клоуны проявят себя в реальном бою. Человек-паук. Мои идеальные машины. Ты их убил. Я уничтожу тебя. Убежден? Не может быть. Я доктор Дум. Извините, док, но знаешь что? Наконец-то пришло время избиения. Ха, взял его, выкинул в космос открытый. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.